Клуб в пригороде Барнаула в селе Ганьба был открыт в 1936 году, и все это время он оставался центром общественной жизни. Здание требовало ремонта, поэтому год назад люди обратились за помощью к городским депутатам. И несколько лет назад по инициативе фракции «Единой России» и неравнодушной общественности в клубе обновили кровлю и облицевали фасад. Сейчас идут более масштабные ремонтные работы. Фактически поменял все. Как я сказал, начиная с фасада, кровли, сейчас поменялось и отопление, поменялось и электричество, за что мы переживали. Нашему клубу прошлый год исполнилось 85 лет. В клубе уже переложили полы, смонтировали новую систему водоотведения и проводку, построили сцену и отремонтировали кабинеты. Не забыли и про благоустройство прилегающей территории. Здесь мы серьезно поработали, и фракция «Единая Россия» в Барнаульской городской думе пошла навстречу. Мы увеличили вдвое бюджет, причем даже от того, ну, возможного, который, в принципе, нам казалось уже и так хорошо. Я лично зашел, вот, по сути, как бы в новое здание, знаете, поменялся зал, он стал какой-то выше, стал светлее. Но что приятно, это появляется и новое современное оборудование в этом клубе. Посмотрели на мебель, сейчас мебель никудышная. Я думаю, что мы еще обязательно закупим мебели. По-моему, очень замечательное сочетание. Клуб, этот памятник, детская площадка, спортивная площадка. Сразу за зданием клуба вскоре планируют построить амбулаторию на федеральные средства. А пока идет обновление важного социального объекта, жители Ганьбы уже планируют мероприятия в клубе и на его благоустроенной площадке. Дмитрий Дроздов, «День с толком».